Приехали к Джерри в гости. Все, она теперь злая. С вольера она злая. О, какой большой. Пойдем туда, отойдем, чтобы она не беспокоилась. Это месяц, да, вот ему уже? Да, получается месяц. Жарко тоже. Жарко, ну и вообще. Хороший щенок. Че, всего один, да, остался, получается? Да. И то уже, ну, последняя крайность уже я домой забрал. На-на-на. Себе не забрал, да никто. А может, надо было всех забрать, да, сразу же? Ну, кто знает. На-на. Ну, будет опыт. Я думал, все, как ты же как сказал. Естественно, отбор, не, я ну, думал по, хотя по бы, сути, да. Думал хоть 5 останется, вообще никого не осталось. Угу. Ну, вот, если бы я вот эту не забрал бы. Угу. Морда такая у нее широкая, да, вообще? Ну, она, видишь, светлая, на папу больше похожа. Джерри, она темная, это более светлая. Надо. Тебя отпусти ее. Как она? Опа. Бегает, да, уже, нет? Снизу лучше снимать. У нее когти, надо подстригать когти, она по паласам дома не может бегать. Ага. Зацепляется. Надо. Веселая такая. У нее какая-то шерсть большая, да, такая? Густая, да? Густая, да-да-да. И это длинная. Вообще. Вообще прикольная. Ну а так она кушает нормально уже? Ну еще так, только так, только-только. Я не знаю, я объяснил, говорю, что зря торопитесь. Они говорят, ладно, это их проблема. Ну, пусть забирают. Ну-ну. Как назовут, не знаешь, да? Нет, вообще не знаю. А кому, в таре кому-то? Даже не знаю. Ну потом узнаешь, скажешь. Мне просто интересно, какая она вырастет. Мне кажется, что она вырастет больше на папу, похоже, и выше будет. Угу. Мне так кажется. Ну вот в месяц они все такие, да? Ну да. Мне кажется, я такую забирал у Джерри, такую же брал, мне кажется. Может, чуть-чуть крупнее, чуть-чуть, может. Угу. Но она, видишь, она только 20, на 20, на 21 день глаза открыла. Ага. То есть они, видать, слабые были щенки все. Поздно, потому что открыла даже глаза. Ну да. У меня щенки что-то на 14 день открывали. Ну, это лишь поздно. Ну-ну-ну. А тот, я же их двух забирал, второй вообще не успел открыть глаза еще. Наверное, жалко расставаться только. Ну, сил потрачено, да? Три ночи даже, у меня будильник там, три ночи. Ага. Три ночи просыпался и Джерри заводил домой. Ага. Не, морда у него вообще плоская будет. Широкая ты, Миша, такая, да? Да, широкая. Тумираны, они все это... Ну, дреноморные такие рождаются. Длинная морда. Ну, ты видел, у Мирана же, у нее как типа нос такой длинный. Но у Джерри же тоже не сильно широкая. У нее не сильно, у нее... Да, бывает еще шире. Плачет. А так он еще, это, грудь сосет, да? Да, вот так что сосала. Но она, кстати, уже меньше стала сосать, когда жена. Ясли кончились у нее. Угу. А так они прививки в скалу будут ставить они там, нет? Нет, а что я буду там дальше ее судьбу? Ну, как я уже повлияю на ее судьбу? Не, ну просто так для интереса спрашиваю, все равно. Что-то так-то и делаю. Все равно столько усилий. Ставь себе, я говорю, а что я ее ставлю? Угу. Две сучки, ну зачем? Ты должен кобеля оставлять, ну, не оставлять, в смысле, а брать с другой семьи, чтобы как муж, жена, они были. Угу. А две сучки зачем? Ну это да. Джерри как себя ведет? Джерри? Да. А кофе бы ее стал, но это уже? Да, все равно. Да. Другой запускай, а она даже не идет.
так и с Мишаней живут вместе. И кто я не захотел забрать, да? Угу. Как мамке бежит. А, Мишане как к щенку относится? Облизывает, облизывает. Нормально, да? И Дженни, кстати, Мишане не трогает. Угу. Спокойно у них все проходит. Это хорошо. Ну, что, надеюсь, я думал, Женя, она будет Мишане грызть, а она нет? Куда что ли хочет она? Она в тенёк. Вот ты трогаешь, скажем, да? Мою дочку трогаешь. Трогаешь мою дочку. Ты сегодня ее отдаешь или завтра? Завтра. Завтра, да. Все, легла в тенек. Жара. Я, оказывается, узнал, ротвейлеры за руку не переносят. Ну, им, конечно, желательно. Холод им пофигу, угу. А жара им тяжело. Тяжело? Ничего, она хочет, чтобы к себе ее. Она не, ну ты что же? Дерево, а что ты просто ломишь? То уж точно, да? От жары прячется, ну. Ты еще планируешь ждать? Не знаю, пока настроение у меня не очень. Желание не такое, да, уже стало? Я просто не почувствовал ажиотажа от населения никакого. Ну вот Вязка набрала уже 500 000 же. Джерри с этой. Не как его зовут, забыл. В том плане, что мне даже никто не интересовался. Mm. Так, два человека спросила. На, кушай. Ну, в таре как-то кому неинтересно это, люди. Боятся такой породы. Да то я какую не боятся-то, блядь. Пинчеров маленьких. Маленьких, да, маленькую породу какую-нибудь. Это не стоит, это не 3000, не 5. Они стоят гораздо дороже. Которые вот эти лохматые такие все. Угу. Дороже стоят. Да за ними и уход больше надо. Там и стричь их надо, и все. И... Чтобы они дома жили. Чай, чай. Сейчас она спать легла. Все, спать, да. Спать легла. Все. Забираю тебя завтра. Побудь последние деньки с мамкой. Последние часы. Вот так вот. Все. Что получилось, да, у нас? Родилось что-то 11, да, щенков? 12. 12. Остался всего лишь один. И такое бывает. Ну, конечно, так бы этих щенков бы на обследование, но у нас в таре такого нету. Одного хотя бы. Сказали обработать вольер, продезинфицировать. Угу. Сейчас и в следующий раз перед Вязкой. Ну что, инфекция может, да, быть какая-то? Что может что-то быть. Угу. Но я думаю, что нет, не инфекция. Я думаю, что просто материнский инстинкт и, ну, и мое равнодушие, наверное, привело к этому. Я просто думал, что он спокойненько. Ну просто первый раз это, она ничего не понимает. Все равно. Я вот, видишь, как, ну, будка же как бы большая сделала, угу. Говорю. Получается, я смотрю, она лежит, щенки все по разным углам. Ну, сам понимаешь, они 2 часа, 3 часа проезжали. Полдня и все. И... Угу. И... Им нужно кушать же. Им каждый час не надо было. Угу. Вот у меня первый этот помет, у меня же дома они были все. Возле батареи лежали, угу. Там. А поэтому зимой, нормально. Зимой сразу забирать, только ну, домой. Домой только, ну. Больше никак. Зимой не сразу надо. Ладно, Джерри, давай. До следующего раза, может. Может, с Миранкой еще приедем к тебе.